Но я хочу сказать, что Высшая школа русской зарубежной филологии, ну, наверное, одни из самых активных по публикационной активности вот, высокорейтинговых зарубежных журналах. И вы знаете, что в этом году наш университет вошел в 200 КУЭС именно по лингвистике. То есть не экономисты, не физики, не математики, а именно лингвисты заняли эту ведущую позицию. И благодаря публикациям преподавателей именно Высшей школы русской зарубежной филологии. Вы знаете, конечно, статей в Web of Science и Scopus у преподавателей много. Но сейчас ведь перед нами ставит задача публиковаться в самых престижных высокорейтинговых журналах. Пробиться туда очень непросто. И, наверное, есть преимущество у тех ученых, которые работают на интеграции, на междисциплинарных направлениях. И вот в этом направлении мы лидируем. Потому что, например, моя кафедра, кафедра Высшей школы русской зарубежной филологии, это кафедра русского языка и прикладной лингвистики, заведующая кафедрой Елена Анатольевна Горобец, она имеет образование филологическое высшее и имеет образование биолога, тоже выпускница Казанского университета. И эта кафедра заключила договор с Институтом фундаментальной медицины Казанского федерального университета, и они работают на стыке лингвистики и медицины. Так называемая прикладная лингвистика, клиническая лингвистика или нейролингвистика. Вот статьи по нейролингвистике очень востребованы сегодня в европейских журналах и американских журналах. Наши преподаватели перестроились. Если мы вошли в 300-ку, значит, в 2017 году, но мы уже должны, если не остаться на том же месте, конечно, мы должны чуть-чуть продвинуться. Да? Это идея, задача максимум. Позиции мы не можем сдавать. Но это очень сложно. И здесь, конечно, вот именно междисциплинарные направления, они главные. Преподаватели наши 3 раза в неделю ходят в нашу университетскую клинику. Они работают с больными, которые перенесли инсульт, то есть у них речевые нарушения. И они работают над созданием новых диагностик для таких больных. Вы знаете, это настолько сегодня востребованная проблема. У нас очень много людей с нарушениями когнитивных функций головного мозга. У нас практически каждый второй ребенок с речевыми нарушениями. Потому что сегодня сохраняют детей, сохраняют тех детей, которые раньше, в общем-то, умирали как недоношенные. Сегодня они рождаются, но у них есть большие проблемы. Как работать с этими детьми? Диагностик нет. И поэтому медики очень заинтересованы в сотрудничестве с лингвистами, и лингвисты, в свою очередь, заинтересованы в работе с медиком. В других направлениях мы еще работаем с юристами и лингвокриминалистика. Это тоже очень перспективное направление, это тоже одно из поднаправлений прикладной лингвистики. Сейчас в этом направлении работают наши магистры, аспиранты. Мы очень много получаем заказов по криминалистическим экспертизам. Ну, например, буквально недавно нам дали запись магнитофонную, аудиозапись одного из лидеров ваххабизма, исламского террориста. И по его речи мы должны были определить, откуда он. Он казанский татарин? Вообще он татарин? Или он кавказец? Его интеллект, уровень образования. Это могут сделать только лингвокриминалисты. Криминалисты одни это сделать не могут, потому что им нужна помощь лингвистов, филологов. И таких заказов очень много. Поэтому я говорю, что среди наших выпускников очень много людей, востребованных в федеральных службах безопасности. То есть вопросы национальной безопасности тоже не могут быть решены без лингвистов, без филологов. Это очень перспективное направление. Для мальчиков особенно, например. Ну и для девочек тоже. Ну, конечно, мы работаем, наша высшая школа русской зарубежной филологии сотрудничает с ведущими университетами России в области русской филологии. Это, конечно, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет. Это Российская академия наук. Это Институт русского языка имени Пушкина. А в области зарубежной филологии мы работаем с университетами по языкам, которые изучаются в нашей высшей школе.
Например, если немецкий язык, это Гиссенский университет, это Берлинский университет, это университет Дрездена. Мы работаем с Австрией, это университет славистики, это институт славистики университета Инсбрука. Я знаю, что с ними работают наши физики, и мы работаем тоже с Инсбруком. У нас хорошие связи с ними. Мы работаем и с американскими вузами, с вузами Великобритании. И так как у нас есть испанский язык, испанская литература, конечно, это университет Барселоны, это Мадридский университет. По каждому направлению у нас договора с ведущими зарубежными вузами, и с этими вузами мы работаем по направлению обмена стажировок преподавательских, обмена студентами. Ну и, наверное, можно сказать, что мы лидируем. Только у нас есть двойной диплом бакалавриата. У нас совместная образовательная программа с Францией. Это Париж, Сорбонна 3. Наши студенты, которые поступают на эту образовательную программу, семестр учатся во Франции, в Париже. Образовательная программа называется «Французский язык». И получают сразу два диплома. Диплом Казанского федерального университета и диплом Сорбонны, Париж 3. Сейчас мы ведем работу по созданию двойных магистерских программ, также с Сорбонной. То есть у нас будет преемственность, у нас будет двойной бакалавриат и двойная магистратура по французскому языку. И мы работаем с Гиссенским университетом, с Моникой Вингендер. Она наш научный партнер по созданию двойной магистерской программы по немецкому языку. Но пока я знаю, что в Казанском федеральном университете ни у кого нет двойного бакалавриата. Он есть только у нас. Причем он уже активно очень работает, ну, лет 5. Даже когда вот мы бываем на конференциях в Москве, в Питере, и когда я говорю, что у нас есть двойной диплом бакалавриата, они говорят, как вам это удалось? Они говорят, это вообще невозможно в нашей стране. Но это вот заслуга Валентины Николаевны Васильевой, которая вот идейный вдохновитель этой программы, организатор и руководитель этой программы. Да, нужно сказать, что вообще Высшая школа русской зарубежной филологии проводит очень много мероприятий, потому что мы являемся ассоциативными членами очень многих престижных международных и российских организаций, да, различных объединений, да, профессиональных, корпоративных. Ну, например, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Все преподаватели Высшей школы русской зарубежной филологии являются членами МАПРИАЛ. И поэтому нас приглашают на все конференции МАПРИАЛ. И даже на льготных финансовых условиях мы принимаем участие. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы – это очень известная организация, возглавляет ее Людмила Алексеевна Вербицкая. Она же советник ректора Санкт-Петербургского государственного университета, она же возглавляет Российскую академию образования. Она же возглавляет Российское общество преподавателей русского языка и литературы. Вот в этом году, в октябре месяце, Казанский федеральный университет проводил на своей площадке 5-й конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы. К нам приехало более 500 ученых, филологов в области русского языка и литературы из всех ведущих вузов России и мира. Конгресс прошел на высочайшем уровне. Даже назвали таким образом, вот в прессе я читала, что конгресс РАПРИАЛ в Казани – это событие мировой лингвистики, это событие глобальной лингвистики. И это очень приятно слышать, потому что площадкой была именно Высшая школа русской зарубежной филологии, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Хотя открытие и закрытие проходили в Корстоне с участием президента республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова, с участием Людмилы Алексеевны Вербицкой, Никонова и других видных политических деятелей России и мира. Я уже не говорю о ученых, да, там был весь бомонд филологов и лингвистов. Дело в том, что есть такие очень узкие профессиональные объединения, вот они именно европейские, они проводят очень закрытые конференции. И на эти конференции попасть очень трудно ученым. Вот просто так написать заявку, и тебя не примут. Например, есть такая ассоциация европейских фразеологов.
наши преподаватели Высшей школы русской и зарубежной филологии входят в эту ассоциацию фразеологов. И участвуют в их конференциях, их приглашают. И по результатам этих конференций издаются очень сборники высокорейтинговых журналов. То есть они, ну, как бы занимают, да, целый журнал какого-то, да, целый номер какого-то журнала и издают. И в результате этого растет индекс Хирша и публикационная активность наших преподавателей. Для многих вузов России это мечта недостижимая, потому что эти сообщества очень закрыты. Вот я, например, назвала бы вот сообщество фразеологов и нейролингвистов. Но мы принимаем самое активное участие в САЕ, учитель 21 века. Была составлена программа, да, по педобразованию в Казанском федеральном университете для выпускников разных направлений. И вот направления, связанные с русским языком и литературой, все модули программы были написаны преподавателями Высшей школы русской и зарубежной филологии. Они очень качественные. Они прошли практическую апробацию, экспериментальную апробацию. И все эти модули, связанные с методикой, а вы знаете, что методика отвечает на три вопроса. Что изучать, с какой целью изучать и как изучать. Как сегодня изучать русский язык? Как сегодня изучать английский язык? Как сегодня сделать так, чтобы дети с удовольствием читали русскую литературу и зарубежную литературу? Вот на эти вопросы, что, с какой целью и как, отвечают методисты. И этот блок методический не может написать никто, кроме нас. И поэтому эти модули, эти программы написаны, и осуществлять их уже в жизнь, да, читать эти курсы будут наши преподаватели. Поэтому, конечно, мы вместе с Институтом педагогики и психологии идем вот, ну, буквально первыми по этому направлению. И еще мы принимали активное участие в педагогическом форуме Казанского федерального университета, и наши преподаватели писали статьи, и многие из этих статей вошли, ну, в ведущие зарубежные журналы по педагогике, по методике. Но мы знаем, да, что на Западе больше востребованы статьи по методике, по технологиям, технологии. И сейчас это очень перспективное направление, методическое. Мы знаем, что дети изменились, время изменилось, и те методики, которые использовались в 20 веке, например, при изучении иностранных языков, при изучении русского языка, русской литературы, они сегодня уже устарели. Нужны новые методики, новые технологии. И вот в этом плане, конечно, Высшая школа русской и зарубежной филологии может предложить очень такие качественные, креативные, инновационные программы. Вот только буквально вчера вернулась из Пекина, читала лекции студентам Пекинского университета иностранных языков, которые изучают русский язык. И в связи с этим вот как бы хочу сказать, что интерес к русскому языку в Китае велик. Они прекрасно понимают, что Россия – это большой рынок, это сильная держава. И хотят учиться у нас в России на программах бакалавриата, на программах магистратуры. И Высшая школа русской и зарубежной филологии с удовольствием их принимает. У нас учится очень много студентов иностранных. Причем очень интересно, что они выбирают как филологию, так и педобразование. Они учатся у нас на прикладной лингвистике. Там есть и корейские студенты, и китайские студенты. Есть каждый год к нам прибывают просто слушатели, те, кто по прообменным программам изучает русский язык. И есть на педобразование. Например, турками очень востребована программа «Русский и английский язык». Они приезжают к нам и получают два иностранных языка. Понимаете, у себя в стране они могут получить только один язык. А здесь они получают и русский, и английский, причем качественный русский и качественный английский. Потому что Высшая школа русской и зарубежной филологии интегрирует и русскую и зарубежную филологию. И с каждым годом иностранных студентов становится все больше и больше. И мы проводим большую работу с иностранными студентами. Они у нас, во-первых, учатся не изолированно, они учатся вместе с российскими студентами в одной группе. За ними закреплены волонтеры,
То есть это студенты, которые сами хотят приобрести, допустим, навык работы с иностранными студентами. То есть они видят себя в перспективе, допустим, преподавателями русского как иностранного. У них же есть уже иностранный язык. Например, они изучают испанский и понимают, что если они поедут в Испанию, они могут там хорошо зарабатывать преподавателями русского для испанцев. И ну, сейчас очень много студентов, которые хотят учить китайский. И поэтому мы закрепляем таких студентов за студентами-иностранцами, и они их знакомят с городом, с достопримечательностями, они помогают им адаптироваться в быту, знакомят с молодежной субкультурой, да, знакомят с нашими ночными клубами, потому что им тоже интересно узнать, как проводит свое свободное время казанская студенческая молодежь. И студенты очень довольны, потому что мы уже знаем, что, например, обучился наш студент, мы его прекрасно знаем, помним, и приезжает его младший брат, приезжает там его двоюродный брат. То есть, ну, из уст в уста передается, как хорошо готовят иностранных студентов для преподавания русской филологии, зарубежной филологии, русского языка, иностранных языков в Казанском федеральном университете. Но я хочу сказать, что у нас ведь в Институт филологии и межкультурной коммуникации много очень школ, да? Я представляю только Высшую школу русской и зарубежной филологии. Будет выступать моя коллега Татьяна Геннадьевна Бочина. Она расскажет о Высшей школе русского языка как иностранного и межкультурной коммуникации. Естественно, там этот спектр будет шире, да? А вот в нашей школе Высшей школы русской и зарубежной филологии это Китай, Корея, Пакистан, Иран, Ирак, Чехия, Польша. Я хочу сказать, что у нас есть польский центр и чешский центр. Студенты могут бесплатно получить знания этих языков и сдать даже экзамен на А1. И тогда у них появится возможность стажироваться и получить какое-то дополнительное образование в Чехии и в Польше. И работают они прям как раз на базе Института Высшей школы русской и зарубежной филологии. Я думаю, что у нас этих студентов будет больше. Как говорит Людмила Алексеевна Вербицкая, это руководитель Российского общества преподавателей русского языка и литературы, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, когда она открывала 5-й конгресс РАПРЯЛ в Казани, она сказала такую фразу. Я уверена, я верю, что когда-нибудь вся планета заговорит на русском языке. Я тоже оптимистка. Я думаю, что интерес к русскому языку будет расти. И поэтому и Высшая школа русской и зарубежной филологии будет все более известной и в России, и за рубежом. И у нас будет много иностранных студентов.